Как у вас станочки хорошо. Наши подушечки. Поболтай подушечки. Нет. Затычки подушки перед тобой. Да. Для бойниц. Вот для бойниц. Вот специально сшили из такого же кровного материала черного. Внутри поролон кусками нарезанный. Ну, чуть побольше. И в полиэтиленовый пакетик. Туда ее вставляешь, она так хорошо форму держит. И ветер сквозь нее, и дождь сквозь нее в бойницу не тащит. Бойницы. Это остальные еще не вырезанные. Как у нас тут. Тахта наша. Все-таки хорошо, что тахту сделали, да? Удобно. А то вот до этих пор все. Кровать почти что. Неудобно. Так вот даже посидеть можно. Фу. Чем воняет? Вот я тебе хотел сказать. Мышами, мышами. Какими мышами? Она вся старые зомби так пахнет. Как нафталин. Нафталин? Ну, я уже не помню, как пахнет нафталин. Когда-то в детстве эти пятачки видела, а сейчас-то откуда что? Ну вот, мы дома, печку топим. Сал на улице оставил, да? Ой, как хорошо.